В преддверии майских праздников многие мечи отправятся за город или в парке. В планах активный отдых и, конечно, шашлыки – самое распространенное блюдо на пикнике. Вопреки всеобщему мнению, мясо на углях – традиционная еда не только кавказских народов, но и финнов, и даже китайцев. У всех своя неповторимая рецептура, но есть и общие секреты приготовления. Специалисты рекомендуют нарезать мясо кусками по 4-5 сантиметров. По шампуру его можно разделить равномерно, причем куски побольше – в конец шампура. Те, что мельче – в начало. Потому что при жарке последнее мясо у рукояти шампура жарится дольше. Угли для шашлыка лучше брать березовые. Если они начинают гореть, пламя нужно залить водой. Но поливать сам шашлык нельзя. Так можно подсушить мясо и смыть маринад. Кстати, при его приготовлении мастер-шеф Евгений Самохвалов советует отказаться от популярного уксуса или майонеза. Я бы рекомендовал более натуральные. Например, вот такой маринад, как на масле растительном. Это лук, репчатый, соль, перец, паприка сладкая, кориандр и кинза. А по поводу майонеза, ну, наверное, почему я рекомендую майонез, уксус, они, наверное, высушивают мясо. Вот. А масло даст сочность. Прошло 15 минут, и шашлык готов. Посыпаем гранатом. Приятного аппетита!